Ну-ка. Ибн Хадижа Закия. Сын Хадижи умный. Сын Габдунура Камалуддина, Максум, в свои годы может тоже похвастать способностями. Знает уже 5 языков. Сейчас с помощью отца постоянно совершенствует арабский. Это то, что касается грамматики. Разговорным владеет практически в совершенстве. Освоил его еще в Сирии. Мальчик прожил там 4 года. Я больше знаю, конечно, уличный язык, а так книжный знаю, но не очень. А уличный хорошо знаю. Арабский язык по-своему уникален, рассказывает Габдунур Камалуддин. Одно слово имеет по несколько значений. При этом язык не сложнее остальных, зато по-своему влияет на мышление. Арабы были очень сильными поэтами. До прихода Мухаммада Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям поэзия была очень сильно развита в арабском мире, именно среди племен. И, соответственно, за счет этого язык имел очень глубокие, очень такие аллегорические выражения. Кировчанка Анастасия Решетникова еще в родной гимназии. В свое время в качестве дополнительного выбрала арабский. Решила постичь на тот момент неизведанную ей речь. Теперь собой гордится. Научилась не только читать, но и писать по-арабски. Берут тетрадь, если тетрадь стандартная, ее переворачивают, тут уже конец получается, и они вот так вот пишут. Справа налево получается. Взять английский, немецкий, испанский. Но они похожи чем-то, можно провести аналогию какую-то, а тут совершенно что-то иное, вообще из другой области. Теперь Анастасия жалеет лишь о том, что языковой практики мало, по возможности общается с друзьями на арабском в соцсетях. Правда, пока при помощи интернет-переводчика. Что касается речи, то всегда готова поддержать беседу на одном из самых древних языков. Дмитрий Шитарчук, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.